Новые нравы. Однажды одна маленькая изощренная старушонка со спрятанными внутрь глазами нагадала мне по ладони, что у меня оторвется нога. Уже через месяц я лежал в своей притемненной комнатушке на диване без одной ноги и бренчал на гитаре. Отрезала мне ногу пилой, сорвавшейся с цепи. Наконец, отшвырнув гитару, я почувствовал, что меня во что-то погружают. Это что-то было поле измененного смысла. Сначала я просто думал, в чем же смысл того, что у меня отрезало ногу. Ведь раз это стало известно заранее, значит, это было кем-то задумано, да причем очень ловко. Но чем больше я думал о смысле, тем больше он уходил от меня. И всякие приходившие в голову объяснения казались наивными и человеческими. И вместо смысла оказывалось просто непознаваемое поле, как будто смысл был навечно скрыт. Но видна была его тень, которая погрузила меня в темноту. Я жил теперь в этом измененном мире. Мне было очень страшно и тоскливо в нем. Поэтому я опять стал бренчать на гитаре, свесив одну ногу. Выпил чаю, с помощью костыля стал вертеться по комнате, развешивая по стенам картины. Холод глядел мне в окно. Надо было куда-то идти, далеко-далеко. Выйдя в коридор, я увидел, что там все в порядке, и заковылял по улице к Ивану Ивановичу. Иван Иванович жил одиноко в небольшом приютившемся на земле домике. Кусты отделяли его от улицы. Постучал. Мне долго не открывали. Наконец послышался шум, и из приоткрывшейся двери вылез сам Иван Иванович. Уже давно темный для меня мужик. «У меня есть гость», — сказал он, словно бросив меня свое обросшее в волосах, даже на глазах лицо. Прошли к нему. За столом в невиданной своей простой комнатенке сидел гость, чуть-чуть юркий, точно выпрыгивающий из самого себя человек. Был приготовлен, но еще не начинался чай. Сахарница, чашки, блюдцы были прикрыты. И сразу начался интересный разговор. Сначала, правда, так, ничего себе, о погоде, о божестве, о туманах. Потом гость вдруг говорит: «А ведь вот, не зажарите вы меня, Иван Иванович». А Иван Иванович со словами: «Вот и зажарю. Возьми и подойди к нему спереди», и бац топором по шее. Топор как-то вдруг сразу у него в руках появился. Я, конечно, присмирел и очень долго-долго молчал. Иван Иванович тем временем, он был в ватных мужицких штанах, кряхтя обтер топор, подмыл пол, тело покойника вынес куда-то и, было слышно по стуку, выбросил в подвал, а мертвую голову напротив положил на стол. «Ну как, чаевничать начнем?» — строго спросил он меня, ворочая нависшими бровями. Я не отказался, тем более что мир все изменялся, изменялся, и я не был уже уверен, где я нахожусь. Я раньше считал себя великим поэтом, но теперь мне казалось, что поэтов вообще не существует, и вид у меня был очень растерянный. Даже румянец горел на щеках. Иван Иванович заметил мое смущение. «Представь себе такой ход вещей в миру», — сказал он, насупясь. «Когда все это совсем как не нужно, просто такой порядок, тогда у тебя не будет сумления». Я вежливо хихикнул. Да, меня вдруг стало что-то доходить. Между тем Иван Иванович, кряхтя,
поцеловал мертвую голову за ушком и положил ее глазами почему-то к стене обратно. Нехотя приступил к чаю. Поежившись, я тоже прихлебывал терпкий коренной чай. Так в молчании, так по соседству прошел целый час. Я теперь чувствовал этот мир, который начал входить в меня еще с нелепого предсказания о ноге. Иди. Вот что меня привлекало в нем. Если убийство человека является следствием просто странных состояний или мыслей, а эти мысли объемлют мир, то все понятно. Странные идеи рождают и странный мир. Только надо, чтобы они приняли форму закона. Я глядел на добродушного, раскрасневшегося Ивана Ивановича, как на потустороннего кота. Он, видимо, понимал, что со мной происходит, и наслаждался. Наш домик, словно по волнам, перенесся из столичного тупика в скрытое для людей пространство. Мертвая голова лежала прямо около чашки Ивана Ивановича. Он пил из блюдечка, но вместо того, чтобы по старому обычаю дуть на нее, дул на мертвую голову. Господи, как это было хорошо! Но все же мне страшно находиться в этом мире. Воет ветер, наш домик носится по волнам, которые нигде не отражаются, одиночество гложет сердце, как и там, на земле. Милые мои друзья, приходите сюда ко мне пить чай.